30 сентября семена подорожника вполне созрели. Пора собирать, но погода не дает. Дожди, 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 дожди. Вот сегодня только солнечный день. И будем собирать подорожник. Вычитала разбор подорожника у одного травника. Он говорит, что собирать надо, когда листья еще зеленые. Семена созрели, а листья зеленые. Вот мы и так и делаем. Листочки поедены. Ну, это ж чистый продукт. Улитки едят, муравьи. Будем собирать. А этот подорожник растет практически в лесу. Под кедром. Здесь у нас кедр огромный растет. 40 или 50 лет ему уже. Подорожнику здесь нравится. Листья тоже поедены. Эти уже созрели семена. Можно собирать снизу вверх. Очень нравятся мне эти семена. Кладу в каши. В тесто любое. Оболочку не выкидываю, тоже полезно. Продолжим сбор. Здесь по тропинке у нас посеяна люцерна. Вот вырос подорожник. Листочки зеленые, можно собирать. Продолжим собирать.